Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. И это уже на этой неделе третья серия получается, да, да, третья серия. И давайте продолжать играть. Игра довольно интересная, затягивает, и поэтому я решил ее проходить. Так, ого, вот это да, вот это здесь войск. Вот этот очень опасный, кстати. Волчище, который перепрыгивает через первого. Поэтому надо сразу выпускать два подряд. Если он будет идти первым, то очень плохо будет мне, если он перепрыгнет и доберется до моей башни. Поэтому выпускаем рыцаря, а за ним выпускаем Бендера. Не знаю, нравится вам или не нравится, я так называю, но он реально похож, блин. Кто смотрит этот мультикран или раньше смотрел, то те понимают, о ком я говорю. Так, запускаем еще одного. Блин, вот этот мне не нравится, эти радиоактивные взрывающиеся, но... тоже поделать, пускай взрываются. Мы сейчас тоже такого же сделаем. Нам без разницы, у нас тоже такие войска есть. Так, вот он, смотрите, идет. Так, он перепрыгнул, но не допрыгнул. До лучницы он сейчас дойдет. Так, нам нужен до 500. Так, у него неплохой урон, кстати, ребят. Так, все, копим, копим 500. Так, вот, похоже, ребята. Вот это ихний самый злой главарь. Хлоп, и он, короче, сразу. Так. Вот это да. Ну, давайте посмотрим, кто против кого. Кто против кого? Так, сколько у него хпшечки? А давайте-ка запустим у него шар. А куда он попал? Блин, он вообще не пойми, куда попал. Ладно, вроде мой расправился, вроде мой расправился. Хотя, нет, его поразили, но ничего страшного. Так, он перепрыгивает и здесь попадает прямо к лучнице. Так, а здесь у нас есть что-нибудь? Какая-нибудь защита? Да, здесь у нас есть у меня защита. Так, сейчас уже накопится второй, смотрите. И мы его выпустим. Вот это да, еще не один раз. Не один раз за игру я еще не выпускал два вот таких вот здоровых. Так, ну давай быстрее копись. Копись, дружище. Так, у меня же дошли до башни. Блин, что-то я тут за ребят заговорился. Заговорился. Все, пошел. Защищай башню, защищай свою башню, дружище. Ты создан для этого. Так, у меня все копится. Так, он перепрыгивает. Он же из меня перепрыгнул опять. Мне это не нравится. Давайте выпускайте бензопилу. Пускай она с ним расправляется. Он с ним или она, без разницы. Так, и все, мы доходим до башни. И сейчас нам нужно... Так, мы уже проиграли по времени 150 секунд. Да, мы проиграли. Нас уже здесь не дадут нам. Мы не убрались, ребят, 150 секунд. Но ничего страшного, бывает и такое. Не все уровни проходить за 150 секунд. Поэтому не убрались. Ну ладно, ничего. Так, у нас открывается опять. Дошли мы до сундучка. Темный сундук. Ну что же, посмотрим, что нам в нем выпало. Ого, 7... Ого, X8 такой, X7 карточек таких и 7 таких. Совсем не дурно. Совсем не дурно. Так, давайте посмотрим. Есть ли у нас там какие-то апгрейды? Так, да, подождите, в армии. Давайте в армии. Так, ну-ка. Так, что, они нам стали доступны? Да, ребят, нам разблокировали. Так, давайте посмотрим, сколько они наносят урона. Так, 60. Сейчас мы их сравним с кем-нибудь. Так, деньги у нас есть, поэтому мы будем их прокачивать. Все сразу войска прокачаем. Давайте посмотрим. Так, подождите, смотрите, а здесь куча всего разблокировалась. Так, нажмите сюда. Так, а здесь что у нас? Так, башни. У нас что-то куча всего, ребят, разблокировалась, кстати. Непонятно. Так, а здесь почему моргает?
Так, а здесь что? Так, нам 10 левел дали разблокировать. Круто. Так, у этого 200 урона. Его мы не будем заменять. Так, лучница. У нее 54, но она бьет издалека. Так, это пока заблокирован. Давайте посмотрим, что вот по этому. 27 вообще. Стоит, сколько он, 150. Так, я думаю, пока мы не будем менять наши войска, потому что мне что-то не очень нравятся вот эти вот персонажи. Так, у нас здесь кристальчики появились, да. Кристальчики появились, неплохо. Сейчас будем продолжать играть дальше. Так, у нас здесь новый уровень открылся, не точнее уровень, а новая арена. И давайте на нее посмотрим. Это что такое, ребята? Здесь какой-то 8-й левел? Ого, это что такое? Сейчас мы должны на это посмотреть. Какой-то вообще зверский, походу, зверская машина. Так, надеюсь, мы ее пройдем. Ого, робот-агрегат. Так, давайте до 300 сначала вкатим. И запустим пилящего бендера. И так, пошел сразу робот. Нифига себе, он пуляется какой-то этой... заморозкой какой-то пуляется, ребята, он. И его назад откидывает. Против него, наверное, лучницы хорошо. И еще радиоактивных неплохо. Так. Вроде одного загасили. Фига себе, фига себе, фига себе, блин. Так, заморозочка поломала робота. Так, мы сейчас всех по полной, мы всех по полной сейчас загрузим. Не дадим, не дадим добраться до нашей башни. Так, у меня здесь уже 3 лучницы накопились. И они издалека неплохо, неплохо справляются. Так, еще одна заморозочка, давайте заморозим его. Так, и сейчас запустим своего главного за 500. Давай быстрее копись. Так, лучницы, лучницы. Они будут нас сзади поддерживать. А этот сейчас будет просто атаковать по-бешеному. 3, а мы сразу нету робота. Пух, офигеть, просто по жести. Так, еще одну давайте добавим лучницу. И давайте шмальнем фаерболом, который разносит. Так, мы что-то успели урвать. Башню. Так, мы заработали здесь. По-моему, да, мы заработали себе все очки. Так, нам опять дали кристаллов. Все, мы здесь заработали, похоже, все бесплатные кристаллы. Мы их потратили. Так, у нас есть какое-то улучшение? Я там, по-моему, карточку взял какой-то башни. Нет, а у нас уже почти, ребят, сейчас будет... Так, ну-ка, сколько нам осталось до... 8-го левела совсем немного. Совсем немного. Так, башня у нас. Че, 5-й левел, что ли? Хотя нет. Не должна она быть, она 5-м у нас. 7-й у нас башня. Так, продолжаем дальше играть. Игра затягивает и затягивает меня. Я не могу в нее остановиться играть. За раз, блин, сразу. Можно ее пройти, конечно, но нет, там у нас время копится, нам 20 минут, по-моему, дают как раз на одну серию, примерно. Так, смотрите-ка, новая карта. Ого, сразу пошел такой, я тебя сейчас остановлю. Остановлю тебя таким же. Вот, давай. Так, лучницы, они пускай сзади. Ого-го, блин, ребята, что-то как-то похоже. Так, Триам, короче, он лучницу всех у меня убил. Эй, стоять, 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 стоять. Фаербол срочно. Срочно нужен фаербол. Блин, вот эти роботы, вот это роботы, вот это жесть. Вот это жесть, ребята. Надо срочно запускать к ним радиацию. Вот. Так. Так, 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 они вообще меня прессуют по полной, смотрите. По полной прессуют. Они сейчас доберутся до башни, ребята. Они добрались до башни. Фаербол срочно. Ого, вот это да.
Они меня закоцали башню, закоцали, ребята, башню. Очень-очень-очень плохие роботы. Они офигеть как стреляют мощно. Я даже не успеваю максимальную энергию накопить. Так, на них нужны лучницы. На них нужны лучницы. Давай быстрее копить, копить, копить лучницы. Издали должна стрелять по ним. Вот, 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 неплохо. Да, лучницы с ними, ребят, справляются. По-моему, кончились эти взрывающиеся. Нет, хотя нет. Так, нужен мне апгрейд полный. Давайте, все, выпускаем своего коронного за 500. Давай, 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 копить, копить, копить энергия. Все, максимум 500. Так, сейчас снежинка, снежинка. Наверное, я справился, ребят, с этой волной. Вышел мой самый мощный зверь, вот этот, скелетон. Сейчас он с ними расправится по полной. Да, наверное, все, это конец. Давайте запустим фаербол. И расправимся с этой башней. Вот это да, блин, я думал, они меня реально сейчас замочат. Башню они мою закоцали, кстати, успели. Так, восьмой уровень у нас, друзья. Ну что же нам... Так, нам восстанавливают энергию, это неплохо. 10 кристаллов и 12 тысяч дают бонусов, бонусных денег. И о-хо-хо, давайте быстрее все прокачивать. До 8 уровня. У меня уже почти 50 тысяч. Ну, сейчас будет меньше. Я уже сейчас потрачу. 281 у него урон, ребят. А у этого 168, хотя у него здоровье 1000. Так, ну что, мы все прокачали? Никого не забыли, да? Так, энергия восстановилась, кристаллы тоже. Армия. В бой. Фу, уровни становятся долгие по времени и сложнее, ребята. Поэтому за серию в дальнейшем, наверное, будет меньше проходить боев. Сейчас посмотрим, сколько на этот бой у нас уйдет времени. Так, где башня? Так, опять эти роботы, они мне не нравятся, ребята, они мне не нравятся, они слишком мощные. Я почему-то не посмотрел. Так, давайте лучницу издалека запустим. И вдобавок рыцаря. Так, вот, лучницу я не зря запустил. Она пускай его пальнет. Может, успеет его убить? Нет, не успела. Так, срочно, срочно нужен взрывной, взрывной. Чупакабра вот этот. Ха-ха-ха, сейчас. Сейчас нормально он здесь вынесет этого робота. Вот. Вот то, что мне нужно. Так, лучница. Вот этого давай сбивай. Он что тут какие-то... Верхом, блин, летает и взрывает всех. Так, еще одного такого запустим. Так, мы сразу дошли до их башни. Это хорошо, мы сразу начали их прессовать. Так, еще одна лучница нам нужна. Ого, какую-то карточку робота взяли, которого у нас нету. Вот такого робота я бы себе хотел. Он неплохо, неплохо наносит урона. Но назад отлетает, но бывает. Так, все, у нас 500. Мы накопили. Так, у нас что, лучницы остались? Так, давайте быстрее запускаем. Сейчас он распилит своим ножом. Так, 500, все, пошел монстр. Со своим скелетом-ножом. Сейчас он их здесь всех разрубит. О, даже он этого сбил. Вертолетика, это круто. Так, сейчас он этих роботов, интересно, шмальнет. Да, он их убивает. Офигенно. Давай, 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 взрывайся. Вот это мощно, мощно, мощно он, короче, загасил их. Так, и его мощно загасили. Так, ого. Так, они уже пошли подбираться. Что-то как-то пошло не так. Что-то пошло не так, ребята. Они подходят близко. Очень близко они подошли. Пошли до башни. О, взрывы, взрывы, офигеть, блин, копись, давай быстрее, быстрее, выходите, рыцари.
Ребят, смотрите, их сколько, очень много. Так, мне нужен вот этот вот. Чтобы здесь три этих роботов разорвать. Так, все, давайте. Вам капец. Вам капец, друзья. Стопудово. Сейчас вас всех здесь положит вот этот один. Ему в подмогу я тоже возьму. Так. Давай сначала убиваем этих. Так, лучники тоже будут на подмоге. Офигеть, просто по жести. Много. Мы даже до башни еще не дошли. Сколько времени уже это занимает? Я говорю, что каждая серия будет все длиннее и длиннее, ребята. И давайте быстрее. Фаербол не успел запустить. Блин, блин, блин. Так, ну-ка. Очков нам дали. Теперь что? И на этом, друзья мои, я буду заканчивать эту серию. Надеюсь, вам нравится эта игра. И вы продолжаете писать комментарии, ставить лайки. Всем пока.